Jo, shë unë, shë dorë, shë tre, dhe! Jo më në me shmarat, shë jo u super bat, da nuk u zhinda ku privira ta ma më mbeta, yeah! A më gëllomit, asë të si jel! Detektiv laksativ, astës urmează së facim o investigacije më prënë këvoj prietin, më më brakatën kam e shuj këtë që, pentru că e sărbătoare. Dar ce sărbătoresc, detectiv? Sărbătoresc prostie. Și vă invit și pe voi la o masă cu mine. Protagonista de astăzi este deputata Marina Tauber. Propun să o cunoaștem dintr-o perspectivă mai specială. Una financiară. Hai să grăim despre bani. Dar ce salariu aveți, cunoaște? Sincer, nu cunosc. Dar contează pentru dumneavoastră salariu? Nu spun că nu contează, dar noi de mai multe ori... Deja am spus despre acest lucru că salariul deputaților fracțiunii noastre este direcționat spre scopuri caritabile. Din ce bani trăiți? Eu am fost și sunt implicată în unele proiecte care îmi aduc bani. Gata, aici trebuie de oprit. Omul donează salariu pentru scopuri caritabile, mega like. Și a doilea lucru, sunt implicat în mai multe proiecte. Adică e nu numai dar este și implicat în mai multe proiecte care aduc bani. Presupun că e implicat în proiecte pentru că îi plac. Dacă e face bani din cei și îi place, aici stai om împlinit. Aici trebuie de stâns lunina, de strâns mâna, a spus... Mulțumim, doamn deputat, mai multe trebări noi ne ducem să ne necăm. Dar nu. Doamna Natalia Morar și emisiunea politică s-au apucat să o iscodească. Spoiler alert, nereușit s-au apucat să o iscodească pentru că de 5 ori, și aici ați vă invit și pe voi alături de mine, de 5 ori doamna Morar a încercat și noi să încercăm cu voi să întrebăm pe Marina Tauber din și sursă, din și bani trăiește. Dar... Nu, hai să vă spun cu ce să se termine video. Video să se termine cu faptul că noi niciodată n-o să aflăm nici mai. Așadar, prima tentativă. Și cu proiectele astea din care Marina Tauber face bani. Вы уже несколько раз в разных интервью говорили про какие-то проекты, в которых вы задействованы, из которых вы живете. Можете сказать, что это за проекты? Потому что я проверила вашу декларацию, как минимум декларацию последнюю. Последнюю, которую вы предоставили, когда избирались в молдавский парламент, я не нашла никаких проектов, которые могли бы вам позволить отказываться от депутатской зарплаты. Что это за проекты? Во-первых, все то, что вас интересует, вы обязательно увидите в следующей декларации. Во-вторых, естественно, не только проекты позволяют мне отказываться от депутатской зарплаты. А что вам позволяет отказаться от депутатской зарплаты? Ну, я честно вам скажу, думаю, что молодым, красивым женщинам некорректно задавать такие вопросы. Молодым, красивым женщинам некорректно задавать такие вопросы. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Я и ты на расшифрмасы. Ши депутат. Нкидик. НТВ Молдова. Тынер фрумос егал. Похуй мороз! Ту ну что ей дележе аста? Я кому отцын требу? Хей, кын плякал анкисари Зинаида Гречанны! Эй, дундук! Зинаида Гречанны тынры? Жертвы ли умани во фи форте грео де евитат? Зинаида Гречанны фрумазы? Да вы фару комментарий, ну птец. Ну а пудер диши с плеч ланкисари! Лафел ши домна Марина Таубер, тынры фрумазы, гурам фаца ей диспри бань! Нтребу диспри ремел, калатории, джентуцы, туфлишари, каблучел! Да ну ману диспри диши бань трэешти, цо дзыска импликате ин най мулти проекти. Что ж ты, ка Марина Таубер ну ворбешти лимба румына ла перфекции, ту шти ки авиам видери аплекате ин най мулти проекти. Да так Чинивай, а плекат, туштик, если бандинаста. На что вы живете, госпожа Таубер? В принципе, я уже ответила на это, отвечу вам еще раз. Я живу на те средства, которые мне приносят задействованность в ряд проектов. Я обязательно о них поговорю в своих декларациях. А какая проблема сказать это сейчас? Вы декларацию должны будете подавать вот ровно через месяц. Вы депутат Молдавского парламента. Я считаю, что то, что не касается политики, в принципе, так же, как и моя личная жизнь, и так же, как мои личные средства к существованию, это не предмет для публичных обсуждений. Подождите. Подождите туда, мама! Аур распунс. Dacă tu faci bani, nu din politică, da, din viață personală, ești o zis că ei aplecate. Dacă ești aplecate, nimeni nu te vede, faci bănușorul. Bănușorul iese, nu trebuie nimănui să spui. Госпожа Таубер, вы читали закон там, о статусе депутата? Вы читали закон о
как называется? Как называется? А вы читали закон Ньютон? А вы читали закон Архимед? А вы читали закон подлости, домна Наталья Мурар? Где читаешь, что подлости? Что он требует, что он требует? А до ванчаркари фейл, мерджим лорматоре. Прежде чем ответить, я бы хотела ответить в письменном виде в своей декларации, а потом придать ее публичности. Ну, примерно область деятельности, вот где? Может, вы меня еще раз пригласите на передачу после подачи декларации, я вам обязательно тогда постараюсь рассказать своими словами. Просто вы настолько их переворачиваете часто, что я действительно вот боюсь, которые имеют какое-то юридическое обоснование. Вы переворачиваете, нцеледжи, антрябы. В какой области у вас... Область или Барусы сам регионе Мари, чи домна Таубер Лукрязин область, Русия, Лукрязин Молдова, Максима Коло, Орхея, Орхея стану область, Аста район, прима грешала для журнализма Наталья Мураль. Дупаста Испуни. Я бы хотела ответить в письменном виде. В письменном виде, чисто письменно. И у Рыцы Спун, Дальним Барусы, пись, винем дела, эти как и най, сау борбацу в мей, ай, пися, спуни для мама, лататок, кен копилусы, спалан душ, спалы, бини, пися, письменном виде. Дика лаписям вест ее декларация стапивинит. Браво! А патрон черкари соведем. Он с нереушаской. Дин старт воспун. Ну! Вообще никак не интерпретирую, не прерываю. Просто скажите, что это за проекты, из которых вы живете, будучи депутатом Молдавского парламента? Вы знаете, тактика выжимания информации, она со мной точно не работает. Во! Не выживаем вам, не выжимаем информацию. Марина Таубер, осточести. Он фруктку информации, не карит усы сопешши, сясы суку информации. Но Марина Таубер, если пур семпу фрукт копт, фурмос шитынер. Хай соспоним пяржи. А пешпи пяржи, если дзама. Да то пешпи Марина шевре информации. А пасыпи пяржи, сясы суку динтрынса. Покатка, Наталья. Наталья Мурарь, нужды со склада Демфимей. А патрон черкари фейл. Хай семерджи младшинча. У Аричо София. Тот фейл. В каких проектах задействована Марина Таубер, из которых она живет, что ей позволяет отказываться от зарплаты депутата? Так что вы даже не знаете, какая у вас зарплата. Так вот, я вам скажу, что данные проекты и средства к существованию моему и моей семьи для меня настолько важны, на них я живу действительно, что я переживаю, что ваша передача может им навредить. Браво! Пур симплу капитулирен лаур моспус. Дамна мурарь, кари уйтат ди традиции ли, секулари, ли журнализм ли муловне с базатым склави, он ди трестинькин ла политичан. Салас эмоциони ле де цензура ши реформе ле деопарте. Просто ва адресезу о întrebare mai privată, mai intimă. Când v-ați simțit mai bine? În funcția de ministru sau în funcția de prim-ministru? Ce este mai dificil pentru dumneavoastră sau ce a fost mai dificil? Nu știi tu să fii jurnalist. Să pucă și îi strică omului treaba. Nu numai politică, dar și personală, din care doamna Marina, cum am mai spus, a plecat, trăiește. Dragii mei, astăzi este 36 februarie, ziua internațională a prostiei Marinei Tauber din Parlament. Haideți împreună, ne îmbrăcăm frumușel, ne cheptănăm, ne spălăm, ne curățim ce avem de curățit, sărbătorim lapșaua, manipularea, minciunile și dusul din asta politicienilor. Marina, noi suntem cu tine și pentru a demonstra asta, toți mai jos și mai sus folosesc hashtag cu Marina, doar cu Marina, înainte, doar cu Marina, aplicați în proiecte, fiți și voi activi, aplicați în proiecte și nu uitați, dacă ați încălcat legea, vă oprește poliția, faceți așa o dată și spuneți, e, polițist, butișorul la pufușor, ai închis? Eu sunt tânără și frumoasă, tu le de aici. Cu plăcere pentru acest sfat gratuit, eu mă duc acum, trebuie să mă duc că sunt, am niște proiecte în care sunt aplicat, hai, pa, pa. Visuri plăcute.